Все нормально у вас? Что, пострадали? Помощь нужна? А? Это мой муж. Ваш муж? Да. Действующий? Действующий. Я развод в пятницу подала. Он вас побил, да? Ну вот. А вы будете писать заявление? Естественно. Заявление принято. Вот да. Здесь вот, где проинформировано, по 36-ю отдельную роспись. Вы что, дрались, что ли? Гуси, дрались. Она... Получается, она свернула на обочину, съехала на обочину, с обочины резко вырулила, я ее взад треснул, получается, я не обязательно тормозную пушку. Она закрылась, держит, я, короче... То есть вы были за рулем? Где? Здесь. На Весте? Да. Конечно. Единственное то, что я не был за рулем, как бы надо установить, кто водитель-то был. Кто на ней двигается, когда она тонирована или там без номеров она или что. Номера, по-моему, были мы, когда выезжали. Да? Ну, потерялись? Да. А я не знаю, куда они делись. Это водителя надо спросить. Блин, машина разбита моя. Все материальчики, без номеров, все дела. Я не был за рулем.